Шатер Пиксель Дану, прохождение Берсерка. Продолжаем город Дворфов пробегать. Собственно, в прошлой серии у нас получили 19 уровень, пробили босса. Какие-то предметы купили. Вот. По зачарованиям у нас амфибия, нас очень сильно в ней пробивают. И, собственно, природа, чтобы нам отступать. Собственно, вурдалаки, давайте их побьем. Это холод. У нас, кстати говоря, по курильщице, которая рандомные газы каждые 75 ходов кидает. То у нас холод. Давайте подождем, пока ребята... На нас тоже подействовал холод. Во врагов курильщица кидает всякие негативные эффекты. В друзей, ну, так называемые, либо когда пустая клетка, она кидает. Ну, обычные, в основном дезинтеграцию накидает. Ну, вот вы сами видите то, что он меня больше урона в лицо дал, чем... Хотелось бы. С холодом мы не деремся в воде, иначе он вас просто приморозит к месту. А вот с огнем мы деремся в воде. Нашли зелье силы, их можно выпить. Для берсерка сила лишней не будет, поэтому мы ее просто выпиваем. Берсерк, у него плюс 50% к ДПС, в данный момент у нас... 1,6% к урону. А, собственно, ядовитая комната. Это нам говорит о том, что нам где-то нужно найти зелье очищения на уровне. Либо просто его использовать, чтобы пройти. Ну, я смотрю, тут все рядышком, поэтому я думаю, мы заберем так. Давайте используем зелье исцеления, то чтобы не сдохнуть на выходе. У нас присутствует ключ. Это, собственно, вода, так называемый водяной пар, чернокнижник маг. Ждем, пока он скоординируется. Собственно, бесконечная ловушка. Поэтому в нее кидать что-то бесполезно. Очень много вурдалаков. Много, это мягко сказано, причем. Получили немножко за них опыта. Маги очень больно бьют. Собственно, комната с большим количеством золота. В большинстве случаев она будет безопасна для нас, но мы все-таки проверим полы на всякий случай. Да, комната безопасна для нас. Давайте, а у нас еще есть закрытая дверь. Это у нас чернокнижник и коррозийный газ. Убегаем от газа, но это скорее не коррозийный, а ядовитый газ. Подождем немножко, пока газ пройдет. На самом деле курильщица, вот эта, она нам скорее больше мешает, чем помогает. Нам из-за нее очень много приходится ждать. Мы из-за нее больше теряем здоровье. Холод. Давайте его раздамажим. Получили зелье холода с него, с элементаля холода. Двигаемся, двигаемся. У нас тут и еще ключ
Офигеть. То есть, видите, да, тут две закрытые двери на уровне. Даже три. Одну мы из них открыли в прошлой серии, как вы помните. Еще две осталось. Круговая локация. Один ключ нашли. И это огонь. Да чтоб тебя! Нет, это не огонь был. Это была коррозия. Ну, тут какая нахрен коррозия? Ну вот где ты врага нашел, а? У меня, честно, у меня без комментариев на эту курильщицу. Ну какая к черту коррозия? Ну, я и так, блин, хожу тут как по два шага. А, это лор игры. Если вам интересно, можете поставить на паузу, прочитать, либо в отдельное видео по лору игры у меня есть. Полностью я все прочитываю. Вурдалаки. Это безопасный, это так называемый черный дым. Он для нас безопасен. Он просто нас прячет в тени. Вурдалаков мы сбросить, скорее всего, не сможем. По крайней мере, в данный момент. И даже если они пару кругов сделают, мы также их сбросить не сможем. Исключение есть только одного. Давайте попробуем. Я, собственно, подбросим вот сюда вот. Минус один. А второго как не руками будем. Собственно, большое количество камней. Давайте покушаем. Интуиция, ясновидение и страх. Также плюс один ключ. Давайте забежим к торговцу, купим у него дротик. Купим у него анг. И немножко еды.
получается набрать. Как вы видите, ярость очень медленно качается. У меня текущая ярость всего лишь 6%. Это, собственно, ловушка огня. Учитывая то, что вокруг очень много травы, это плохая ловушка. И, собственно, чернокнижник. Давайте его разбудим. Не, он решил... Чернокнижная гнида. Нам бы в идеале поспать. Но я боюсь, нам не дадут этого сделать. Давайте попробуем. На всякий случай мы перекусим. На всякий случай, чтобы нам... Как вы видите, нам не дали поспать. Еще хуже того, нам еще и огненный элементаль нарисовался. Кинули под себя воду. Себя для того, чтобы просто потушиться. У нас головокружение из-за того, что наша мусорная кулильщица кинула на нас его. И теперь мы из этой комнаты не выйдем до тех пор, пока эта курильщица не закончит. Вот сколько раз убеждался, что лучше берсерка нету. Собственно, колодец открывает вам экипированный, ну, секрет экипированных, ну, не экипированных вещей. Либо, если вы оденете все на себя и у вас будете неопознанными, то у вас откроет секрет экипированных вещей. Это могут быть как оружие, как доспехи, так и кольца. Вот.
собственно, первый монах. А что могу сказать по монахам? Против монахов тактика одна. Как же вы больно бьете, а? А монахов нужно убивать магией. Как вы видите, я даже по нему попасть не могу. Вот настолько гнида никчемная. Ну, вы сами видите, ну, билд полная шляпа. Откровенно говоря. Вот видите, я еще и... У меня оружие какое-то кривое просто, я не знаю. Я не могу по нему попасть никак. Я вроде юзанул хилку, а такое чувство, что она... Хилка отсутствовала у меня. Еще один свиток улучшения. А что я буду сейчас делать? Открепляю, собственно, печать амфибии. И просто прокачиваю себе свитки улучшения в доспех, потому что я клал на это дело. Очень тяжело драться. Я просто думал, что через оружие, но через оружие что-то как-то очень тяжело идти, потому что я не могу просто выжить. Меня постоянно запинывают. А, собственно, чтобы пройти текущую локацию, вам нужно использовать либо невидимость, либо остановку времени, как, например, сейчас мы ее будем использовать. Используем, собственно, остановку времени. На себя. Ну, как вы видите, мы использовали остановку времени и убежали. Это тоже нулевой доспех. Его можно будет продать. А, собственно, холод. Как вы помните, с холодом мы не деремся в воде. Поэтому деритесь на любой другой локации, но не в воде. Видите, да, у меня точность просто поразительная. Я по 3-4 раза промахиваюсь. Ну, это просто какой-то трындец. У меня две подряд ловушки. Это холод и электричество. 21 уровень у меня плюс.